Более 20 лет наш гость остается неизменным директором и хранителем ботанического сада Тверского госуниверситета. За это время Юрий Наумцев создал из, казалось бы, небольшого по площади оазиса один из самых известных садов страны. Давайте узнаем, как сад чуть было не превратился в заброшенный сквер и как удалось возродить эту жемчужину Твери. И, конечно, поговорим о непростом времени, с которым коллектив сада столкнулся в связи с пандемией. В финале, как всегда, блиц-опрос от Твериграда. Юрий Викторович, добрый день. Расскажите, как началась ваша история в Твери? На самом деле, исторически и я, и моя семья, мы не тверские, мы из Брянской области, и корни все там, и по линии мамы, и по линии отца. Ну, у мамы гораздо богаче история, начинается еще с Кавказа, с Грузии. Вот. Но мы здесь очень давно. Сюда приезжает отец учиться в наш Тверской государственный университет. Да, это был Калининский педагогический институт, причем на очень экзотическую специальность, физика на французском языке. И после окончания он по распределению остается здесь, в Тверской области, в Кашинском районе, куда к нему приезжает мама. И, собственно, приезжаем мы, мы с братом. Я маленький, мне еще не было 3 лет, а в город я уже приезжаю учиться в университет и с момента поступления на первый курс и вот до сегодняшнего дня я живу в Твери. Директором сада вы уже являетесь более 20 лет. А скажите, как состоялось ваше первое знакомство с этим местом? Тогдашние студенты все-таки не как-то хотели работать, чтобы заработать. А для нас это была возможность проверить себя в профессии. Если уж мы пришли учиться на биологический факультет, и тем более стали специализироваться на кафедре ботаника, то мы стали искать то самое место, где мы могли понять, нравится нам это или не нравится, и что мы действительно реально можем сделать. И вот мы пришли в ботанический сад, который, к счастью, на тот момент, буквально там, за несколько лет, за 2 года до этого, вернулся в университет из города. В этом году саду исполняется 145 лет. А вот на вашей памяти, какой был самый тяжелый период у сада? Было ли такое время, действительно, когда сад мог исчезнуть с лица города? Таких периодов, на самом деле, было много, и фактически он и исчез. То есть его история возвращения ведь в университет, она не потому, что, скажем, вуз вот такой добрый и замечательный, хотя и поэтому тоже. Сад возвращается от Калининского педагогического института в город, в собственность муниципалитета в 1971 году, когда образуется Калининский государственный университет. Содержать ботанический сад – очень дорогое удовольствие. Это более 2,5 гектара исторического парка, усадьба, огромная коллекция растений, которые были к этому моменту собраны. И город получает вот эту вот историческую усадьбу с ботаническим садом в подарок, просто так. На как раз конец 70-х, то есть на 89-й год, когда сотрудники сада вот слышат историю обсуждения того, что происходит с этим парком, этой усадьбой, этим садом, здесь не было ничего, кроме фрагментов исторических деревьев, которые просто нельзя было так просто сломать. Здесь не было ограды, здесь, к большому сожалению, не осталось вообще ни одной исторической малоархитектурной формы. Беседы кротон, галереи, есть только развалины арочного мостика 19 века. То есть город удивительно отнесся к такому подарку. И тогда университет просто уже взмолил: отдайте. Отдайте, потому что больно смотреть, ну как же так? И город расстается безболезненно, конец 80-х, начало 90-х, никому еще. Там не нужна земля в городе, никому еще не нужны усадьбы на берегу Тверцы. И с этого момента как раз упорно сотрудники сада и университет по чуть-чуть, понемногу восстанавливают, чтобы и не потерять канву, потому что только ландшафт здесь 13 века. Это фантастика совершенная. Ведь более 700 с лишним лет на этой территории не строили ничего, нет насыпанных грунтов и не изменялся рельеф. В Твери больше нет ни одного такого места. Приходя сюда, можно увидеть, какой был город, ну, почти к моменту его вообще основания, когда появляются первые люди вот здесь, в створе Тверцы и Волги. Это исторические земли Отрич монастыря. И, наверное, да, у вас, наверное, не случайный такой вопрос. Вы тоже так помните по рассказам, какие были сложные 90-е годы, когда, правда, была разрука, действительно, скажем, было очень сложно удержать даже территорию сад. Потому что чуть позже на сад начинаются, как бы тогда говорили, наезды, но, в общем-то, так говорят и сейчас, с попыткой забрать землю под застройку.
элементарно, или фрагмент земли, или полностью. Ну, что же, парковая зона на берегу реки в центре города, причем в историческом центре. И, конечно, да, вот тот был момент очень непростой. Хотя, если учесть, что сотрудники сада 23 года в центре города топили печи дровами, ходили в туалет на улицу и носили воду руками из колонки возле 35-й школы, как сказать, какой период был сложен? Мы сейчас даже не верим, что это было так долго. Место, которое мы воспринимаем просто как члена семьи, как друга, как человека, и оно каким-то удивительным образом само себя хранит. Сад – это частная городская усадьба. Последняя городская усадьба в нашем городе. Дома усадебные, скажем, в городе, при которых были парки, скверы, какие-то сады, они остались. Но садов при них нет. И здесь уникальный случай, что каким-то вот буквально волшебным образом, пережив и революцию, и войну, вот все эти перипетии, о которых вы говорите, и бурные там 90-е, и смена вообще государственной формации, эта усадьба пережила. И вот старая купеческая усадьба конца 19 века, а затем уже превращается в частную усадьбу, парк, в которой ее последний частный владелец проводит занятия для учащихся Тверского реального училища и школы Максимовича, кстати. Это ведь не только последняя городская усадьба в Твери. Это еще уникальный случай ландшафтной школы. Все мы гордимся нашим земляком Львовым, и, да, русский Леонардо. Вот. А где сохраненные те работы, которые он делал? Это его школа, это львовская школа, это русский пейзажный тверской усадебный романтизм, в котором был заложен парк. Вы говорите, что именно вот это место, оно не застраивалось несколько веков? Да. Что здесь не было никакой застройки? Она была. Потому что здесь был заволжский посад города. Это были деревянные дома. Это были деревянные дома, под которые, собственно, выводили фундамент очень легконесущий. И самое главное, он не попал под екатерининскую реконструкцию города. Заволжский посад, как и затверецкий посад, в эту канву не попал. Это были как раз деревянные маленькие усадебки, дома с садиками. И вот какой-то массив монастырских земель, которую затем выкупает купеческая семья. То есть, соответственно, здесь грунты не привозили, город не спрямляли, не планировали этих вот наших лучевых осей. И даже если вы уходите в парк и начинаете гулять, вы увидите пруды, устроенные в руслах старых рек, которых не существует на территории города. И остался только нижний пруд от всего каскада прудов, который был на этой речке. А еще один такой момент, но, может быть, не самый приятный, да, это та ситуация, с которой столкнулся сад во время пандемии. Все эти 3 месяца вы были закрыты, да. Там 3 плюс-минус, да. Но, тем не менее, ботанический сад является структурным подразделением Тверского госуниверситета, то есть, соответственно, вы бюджетная организация. Как так получилось, что в итоге сейчас сад действительно очень нуждается в определенном наборе там, инструментов, инвентаря? Как сад, этот период прошел для сада? Живой организм, и несмотря на то, что мы говорим коллекция, коллекция, которую мы собрали, это не коллекция картин в музее. Хотя, конечно, ее тоже нужно содержать, но это, я скажу вам, проще. Это не коллекция книг, библиотеки, для них тоже нужен особый режим. Но это предметы, которые где-то могут находиться в запасниках. Растения живые, их необходимо поливать, подрезать, ухаживать, полоть, кормить и защищать, если они заболели. И 4 тысячи видов, а образцов это сотни тысяч всевозможных, 2,5 гектара. Поэтому то, что сделал университет, вот, к примеру, там 30 лет назад, это вообще был огромный, вот, колоссальный поступок. Потому что он понимал ответственность, он понимал, что сад это не молочно-товарная ферма, он никогда не станет прибыльной. И это для всех стран мира, даже самых богатых, и для всех ботанических садов мира, даже с огромными бюджетами. Потому что почти все средства, которые сад получает или зарабатывает, сюда же и вкладываются. Соответственно, тогда университет рисковал, и он рискует до сих пор, упорно пытаясь сохранить это место. Другое дело, что к нашему большому сожалению, но эта ситуация не нашего вуза, а это общероссийская ситуация. Почти 10 лет назад по решению Министерства науки и образования Российской Федерации ботанические сады были исключены из перечня структурных подразделений вузов, обязательных для сопровождения учебного процесса. И таким образом, как только это произошло, сады остались вне бюджета. Такое факультативное дополнение. Совершенно верно. Да, земля
федеративная, вот как раз налог на землю, ее содержание, это оплачивается из бюджета, коммунальные расходы, да, ВУЗ берет на себя, как и зарплаты сотрудников. Пускай они маленькие, пускай они бюджетные, но хотя бы они бюджетные. А вот те колоссальные расходы, которые университет, собственно, должен нести на содержание растений и территории, это вот те самые внебюджетные средства, в первую очередь от входных билетов в сад, которые университет и сад зарабатывают на протяжении сезонов и вновь их перевкладывают. И, конечно, когда вход в сад был заморожен на 3 месяца, то есть мы гостей не видели с конца марта и до конца июня, они вот и оказали такую, ну, вот патовую буквально ситуацию, сад поставили. Но, знаете, в итоге говорят, что все-таки друзья познаются в трудных ситуациях. Мы знали, что сад любимый, всегда это знали. И вот за эти годы удалось построить отношения буквально с городом, с людьми, которые в нем живут. Так вот, нам очень помогали и помогают люди. То есть, ну, во-первых, да, люди вернулись в сад и очень быстро, как только его двери открылись. Люди помогали материально, люди покупают сейчас, привозят в сад и удобрения, и инструменты, и, не знаю, там, машину гравия, горшки. То есть люди приходят просто элементарно полоть, копать, помогать. Почему так долго тянули с открытием? Я понимаю, что вы пытались наверняка на это воздействовать. Это нам непонятно, потому что какое-то время, да, действовало распоряжение министерства, когда была очень острая ситуация в первые месяцы. А вот потом, скажем, почему город так настойчиво противился тому, чтобы сад оказался открыт, а при том, что ни под одно юридическое, скажем, основание мы не попадали. Это ботанический сад. Главное, что это открытая территория. Более того, распоряжение губернатора действовало на запрещение посещения парков и скверов города, общественных парков. Чем ботанический сад не является. Совсем другой тип открытого пространства. Ну вот так получилось. Нам было очень обидно, было очень жаль. И не только потому, что мы оказались лишены средств на содержание сада, на его поддержание. Вы не представляете, какие это были красивые месяцы. Когда? Отцвели первоцветы, отцвели тюльпаны, отцвели рододендроны. Прошел сезон ирисов. И ничего этого не увидели наши гости, только на фотографии, только на видео, которое мы могли записать. Я до сих пор уверен, скажем, что с соблюдением определенных санитарно-эпидемиологических мер, социальной дистанции, масочного режима, можно было открыть сад гораздо раньше. И это, наоборот, поддержало бы и город, и горожан, и даже их здоровье. Для того, чтобы люди, я больше уверен, утомленные, трехмесячным домашним сидением, лишенные не просто личного общения, а лишенные общения с природой. Это стоит дорогого. Не каждый может позволить себе взять и уехать за город. Многие наслышаны о том, что Тверской ботанический сад, он уникален в своем роде по набору определенных растений, по ландшафту. Но, несмотря на это, ну, как я понимаю, что сад, он не такой большой по площади, да, по сравнению с другими садами страны. Один из самых маленьких, вот, не только в стране, но и в мире. На что обращать внимание гостям, которые приходят сюда? Конечно, каждый гость, который приходит, он очень индивидуален, как все мы. Он сам находит в себе любимые уголки или любимые растения. Но, во-первых, конечно, мы очень гордимся историческими растениями, которые остались на нашей территории. У нас есть деревья, которые посажены при основании сада. Это вот та самая такая купеческая свита, дубы, лиственницы. Не случайно официальный логотип сада — шишка лиственницы, как вот дань уважения самому старому дереву в саду. Но больше всего мы гордимся той коллекцией, которую мы тоже собираем уже много лет, теперь уже даже десятков лет. Это редкие исчезающие растения Тверского региона, нашего родного края. Это наши краснокнижники, те растения, которых в природе осталось очень немного. И возможность увидеть их – это не только подарок для, к примеру, гостей сада, которые приезжают вообще в город Тверь откуда-то. Это подарок для самих тверичей в первую очередь. Потому что так уж получается, что мы сами не знаем природы своего родного края. Область огромная, самая большая в Центральном федеральном округе в России –
И пока все еще, ее богатство почти безгранично. Она действительно богата ландшафтами. Есть виды растений, которые остались здесь, на территории, при смене геологических формаций, когда менялся климат, когда отходил ледник. И вот мы этим гордимся, что, приходя сюда, наши гости могут познакомиться, там, брать руку в лицо, увидеть редкие орхидеи, цветущие гладиолусы, ирисы, наперстянки, огромное количество тех растений, которые все еще пока в нашей природе остались. И как раз многие люди говорят, мы обращали бы на них внимание, мы проявляли бы заботу, были бы бережны, но мы не знаем, как они выглядят даже. Сад делает это, и в нашем понимании это самое главное, что он делает. Расскажите, какие главные огорчения у вас были, да, связанные с растениями? То есть то, что все-таки, к сожалению, не удалось сохранить. И ваши самые главные достижения, да, те растения, которые вас особенно удивили, порадовали, вы не ожидали, что они там пойдут в рост, не ожидали, что... На самом деле об этом сложно рассуждать, потому что, во-первых, коллекция сада огромна. Да. То есть сейчас видов, сортов и форм около 4000. Для 2,5 гектара это очень много. То есть у нас, пожалуй, один из лидирующих садов в мире по показателю плотности растений на единицу площади, и уж тем более плотности разнообразия растений. И, соответственно, и удач, и неудач было колоссальное количество. Просто у некоторых растений очень сложная биология. Да, очень трудно выращивать нетропические орхидеи, в первую очередь. К примеру, наши северные орхидеи открытого грунта, вот попробовать в саду. Очень сложно и вообще боязно было замахиваться на выращивание споровых и на создание сада мхов на территории сада. И до сих пор это единственный сад в мире, в умеренной зоне, где коллекция мхообразных открытого грунта существует. Этому эксперименту уже почти 25 лет, она устойчива. И сейчас уже порядка 50 видов мхов на территории сада растет, и это можно увидеть. Не случайно даже проект называется «Встаньте на колени перед растением». Мхи же очень маленькие. И чтобы их увидеть, можно просто опуститься на корточки. И это был колоссальный успех, когда эти малыши, хрупкие, непонятные, с очень сложной действительно биологией выращивания в культуре, удались. И теперь люди, которые приходят в сад, наши гости, это одно из самых популярных мест, где им хочется оставаться, оставаться дольше. Ну, а сейчас же очень много разговоров идет о том, как меняется климат, что на самом деле становится теплее. Так и есть. И, собственно, многие неудачи, которые нас посещали 15-20 лет назад, теперь перестали таковыми быть, мы можем выращивать даже растения, которые раньше по определению не зимовали в Твери. Поэтому в саду, да, цветут магнолии, цветет бобовник «Золотой дождь», какие-нибудь великолепные виды и сорта рододендронов, которые были когда-то нам недоступны. То есть все больше и больше растений, которые действительно некая такая экзотика. Но все-таки, я еще раз повторю, наша гордость – растения Тверского края. Добиться того, чтобы более 70% краснокнижников удавалось вырастить в саду. Юрий Викторович, ну мы знаем, что ботанический сад ежегодно проводит разные социальные проекты, праздники. Это и всеми любимый бал тюльпанов, там птичья столовая, живая елочка и так далее. Их множество, да, можно долго перечислять. Каждое событие для вас очень важное, оно родное, но если посмотреть на все вот эти вот проекты, праздники, какое вы можете выделить особенным? Был уникальный случай, когда мы еще начинали всю эту программу, и люди еще в нашем городе мало знали о саде. Мы стали понимать, что очень многие вещи, в том числе и о растениях, мы можем рассказать через совсем другие формы общения. Растение статичное и молчаливое, но стоит на одном месте и молчит. Попробуй-ка привлечь к нему внимание, вот сделать так, чтобы в него влюбились. Соответственно, нужно вспомнить те традиции, которые были с этим связаны. И мы стали заниматься, как сейчас принято говорить, этноботаникой. Это предания, это легенды, это традиционное использование этих растений, это сказки, которые про них в народе рассказывали. И у нас появились в том числе семейные традиционные праздники, которые связаны с этой темой. И я очень люблю праздник, который у нас весенний, апрельский, называется «Под музыку капели». Когда мы провожаем зиму и встречаем весну вместе с этническими фольклорными коллективами в нашем городе. Это одновременно и возможность рассказать, как после долгой зимы когда-то наши
может, даже не бабушки и дедушки, а прапрабабушки и прадедушки сохраняли урожай, умели его использовать и начинали, провожая зиму, встречать весну. Это особые игры, это особые песни, это особые кухни. А, в общем-то, подавляющее большинство традиционных и изделий выпечки, и напитков, и других каких-то даже лакомств – это растения и их производные. Они только каша и крупы чего стоят. Собственно, то разнообразие блинов, которые на этих праздниках можно попробовать в саду, от пшеничных до горчичных, рисовых, это пенамбура даже. То есть это очень интересно, когда растения оживают. Чай, который мы сегодня заварили с вами с мятой, которая выросла в саду. Да, почти все знают, что мяту можно положить в чай. Но сколько горожан даже в Твери это делает? Тоже есть гастрономический традиционный праздник в саду, называется «Зеленый буфет». Мы приглашаем в августе гостей в сад. И это все разнообразие травяных чаев, зеленых бутербродов, каких-то интересных салатов и вообще рассказов о том, какие растения съедобны, чем они полезны. Вот эти все блюда, рецепты, кто вам приносит, помогает, готовит, в конце концов? Проекту «Возвращение к корням», он так и называется, ему около 15 лет. И еще мы собирали рецепты бабушек. Мы выезжали по области, когда деревни еще были живы. Мы разговаривали и записывали какие-то традиционные знания и приемы о том, а что собирали в лесу, что с этим затем делали, как готовили запасы на зиму, какие пели про это песни, что можно было, а что нельзя, что, какое время это нужно было делать, какие с этим были сказки, которые бабушки рассказывали своим внукам. И были какие-то потрясающие, удивительные вещи, когда даже наши сотрудники, опрашивая своих собственных бабушек, в день Тизоленинского района привозили рецепты, как на кленовые листья, растирали малину, собранную в лесу, сладкую лесную, и потом тоненьким этим слоем запекали в печке, высушивали, и получалось, бабушка говорила, что безумно вкусное такое печенье сладкое, которое хранилось все зимой, и вот когда-то зимой под душистый чай доставались эти тонкие, запеченные в печи кленовые листья с высушенной сладкой малиной. Ботанический сад оценен на и российском уровне, и даже входит в одни из лучших садов в мировом сообществе. Можете назвать, например, топ-3 достижений или событий сада? Начнем с того, что это вообще возможность и то, что было сделано, восстановить его. И он действительно сейчас, можно уже говорить совершенно уверен, он восстановлен. Это все-таки то, что сад сумел свои позиции вернуть не только вот в российской среде, но и на международной, а это было очень сложно и очень трудно сделать. И, наверное, то, что на протяжении всех этих лет, а прошло уже теперь несколько десятков лет, сад не потерял этого. Иногда трудно, но возможно чего-то добиться. Попробуйте доказывать это даже не из года в год, а десятилетия в десятилетие. Ведь сад маленький, и если даже говорить про город, сюда очень много приходит одних и тех же людей. Как гости приходят друзья. И они приходят. У нас есть свои уникальные методики. Причем за эти годы они достигли такого уровня, что, как вы уже правильно заметили, они признаны. И теперь никто не спрашивает на глобальных конгрессах, откуда вы приехали, Тверь, а это где? Мы счастливы, что теперь на самом высоком уровне, не только ботаническом, но иногда и международном, на глобальных конгрессах, где оказываются представители ЮНЕСКО, и встречаясь с нами, они просто здороваются. Они просто здороваются, понимая, откуда мы. Они знают, что такое Тверской университет. Они знают, где такой город Тверь. Мы горды тем, что сад, провайдер в России уже совершенно точно, но и для многих мировых садов именно методик, как это называется у нас, интерпретация результатов научных исследований. Никому же не понятно, чем занимаются ботаники. Ну, какие сумасшедшие люди, очень такие странноватые, которые тут копаются, что-то сажают, выращивают, наблюдают за чем-то. То, что молчит, и на одном месте остается. И что же с этим делать? И вот как раз мы одни из лидеров в том, как об этом людям рассказать, как привлечь людей на свою сторону, как сделать так, чтобы растения действительно стали нашими соседями, друзьями, членами семьи и оказались нужны, и как это сделать на городской территории. От расположения экспозиций до информационных материалов, коллекционного набора, всех тех событий, которые проходят в саду, до общения в социальных сетях. Это определенная школа, это целая наука, когда
та агротехника, научные наблюдения, экспедиции и выращивание там сложных видов, даже редких и исчезающих растений, ложатся в целые истории для обычных людей. Люди, которые приходят сюда, наши гости, получают огромное количество знаний. А самое главное, совершенно другое сердечное ощущение от мира. У них жизнь меняется. Они понимают, что они не одиноки вообще. Зачем посещать ботанический сад, на ваш взгляд, и что здесь для себя сможет найти каждый посетитель, вне зависимости от возраста и мировоззрения? В первую очередь увидеть настоящую жизнь. Потому что, конечно, сад живой. И самое главное, что он ни от кого не прячется, и он ничего из себя не изображает. Он живет так, как вообще-то живет наш настоящий окружающий мир, там, за пределами, где живут люди. Как шумят деревья в лесу, как поют птицы, как расцветают цветы, как выпадает роса, как утром встает туман у нас на пруду, как летают бабочки. Вот за этим сюда стоит приходить. Приходить, чтобы понять еще раз и еще раз, что, в общем-то, все это настолько, с одной стороны, красивое, необыкновенно красивое, доброе, но в то же время хрупкое, чтобы еще раз оценить даже ценность собственной жизни. Алис Фрэнклик говорил, самая большая моя ошибка в жизни, что 2/3 жизни я думала, что у меня все еще впереди. А вот сад позволяет остановиться. Он позволяет просто, как бы это ни звучало, может быть, нереально, увидеть и услышать время. Вот почувствовать, как оно струится, понять, где оно, понять, где твое собственное место иногда в жизни. И у нас есть гости, которые после того, как они провели в саду час-другой, подходят и это говорят. Вы знаете, мы как будто вернулись там, в дом собственного детства. Как будто мы вспомнили что-то, что мы раньше воспринимали очень легко и каждый день, умели радоваться этому. А потом, когда выросли, забыли. А вот она жизнь-то, она здесь. Где любите гулять в Твери? Помимо ботанического сада, конечно, это старый город. Это наш центр, причем больше всего даже мне нравится, хотя очень люблю вот Екатерининскую эпоху и очень горжусь сплошной фасадой, нашими набережными и вот той застройкой, которая тогда была сделана. Но старый деревянный центр Тверской, который пока еще кусочками сохранился, он сохранился в центральном районе, он сохранился в районе Пролетарском, в районе там, Белой Троицы. Есть какие-то фрагменты в Затверечье. Это необыкновенное чувство. Когда ты понимаешь, что да, вот он был вот таким. Да, вот такой удивительный купеческий город. А любимое гастрономическое место в городе? С этим сложнее, потому что все-таки это в любом случае, как это ни странно, ботанический сад. Да. Здесь столько действительно мест, дающих возможность что-то попробовать, и мы столько здесь проводим времени. И здесь почти все сотрудники сада гениальные кулинары, вы не поверите. Люди, которые умеют варить варенье какое-то заоблачное, заваривать чаи, печь необыкновенные вещи, там, печенье с лавандой и торт из кардамона. Очень жалеем, что мы никак не можем никакую кофейню открыть в саду. И какое последнее событие посетили в Твери? Наверное, это был концерт филармонии, совершенно точно это он и был, и мы счастливы, что это наши друзья и партнеры, мы очень часто там в гостях, а музыканты у нас здесь в саду, поэтому да, это были они. Какое для вас самое запоминающееся событие, связанное с Тверью? Наверное, когда Тверь вернул свое имя. Потому что мы были студентами, мы были на практике, как сейчас помню, что это был второй курс, и для нас, для советских детей того времени, это было очень необычно, и мы даже этому были не рады. Мы привыкли к Калинину. И мы даже иногда не соотносили, почти никогда не соотносили его с именем всероссийского старосты. Это просто было красивое слово. Калинин звучало очень... Вдруг Тверь какая-то, мы не знали, мы... И затем, когда стало приходить ощущение, когда город как будто бы стал понемногу возвращать некую атмосферу вот того историзма. Поэтому я этот момент помню. Какое место в городе вы посоветовали посетить человеку, который впервые приехал в Тверь, помимо ботанического сада? Даже вот нет никаких сомнений, нужно обязательно выйти на набережную, сплошную фасадную застройку.
место, откуда виден створ Волги и Тверцы, видно Заволжье и Затверечье, пока еще, которое на самом деле выглядит из-за реки, как тот самый когда-то далекий городской посад русского города, встающими на берегу монастырями, с невысотной застройкой. И вот здесь, с одной стороны, такая имперская Тверь, с другой стороны, красавица, роскошная Волга, за которой встает настоящий русский город. Что первым делом требует изменения в городе? Я полагаю, что буду не оригинален. Это люди. Мы должны поменяться сами. Мы должны научиться не только любить себя, а мы этого не умеем очень часто, но и любить то место, где мы живем. Тверь на самом деле красавица. В ней огромное количество бытовой неустроенности и разных проблем. Но то, что в ней пока еще живо, очень часто вот утекает сквозь пальцы, как время. Ровно потому, что мы сами не умеем это ценить или просто этого не замечаем, этой красоты не видим. А потом, на самом деле, ведь очень многие вещи украсить или сохранить мы можем сами. И для этого даже не нужны муниципальные службы. Как бы много мы на них не надеялись, и как бы часто мы их в этом не упрекали. Какого места не хватает в городе? В городе как не хватало, так и не хватает хороших парковых скверов. Их нет. И, к большому сожалению, в этом и разительный контраст между парком Ботанического сада и любым, навскидку, сквером или парком, который вы будете готовы сейчас назвать в городе. Да, для нас это приятная гордость, что сравнить невозможно. Да, здесь лучше и гораздо красивее и интереснее. А как для горожанина, мне очень жаль, что в нашем городе я не могу, тем более будучи садовником по профессии, повести кого-то, пускай не исторически показать парк, пускай современный, но сделанный профессионально, и на самом деле тот, после которого скажут, что да, у вас не просто зеленый город, а у вас еще и красивый город с точки зрения озеленения. Поэтому парк и сквер, который сумел бы вернуться в город в качестве образцового показательного, да, это был бы успех. Гордость Твери. Гордость Твери – это ее атмосфера. Потому что все-таки при всех огрехах и минусах Тверь не утратила своего очарования. И это в моем представлении гораздо важнее, нежели даже возможность восстановить все исторические объекты или историческую канву. Вот то, что Тверь осталась русским городом, причем старым русским городом, очень душевным русским городом, когда, гуляя по ней, вы действительно, особенно если вы гости не из России, и ведь вот такие бесконечные разговоры про загадочную русскую душу, про то, что же происходит вокруг вас, в Твери это можно почувствовать. Это самое большое счастье, самая большая гордость и, наверное, самая большая ценность. Если мы это не потеряем, то можно будет говорить, что и у Твери как у города, а у тверичан, как у ее жителей, есть будущее. Печаль Твери. Опять то, о чем мы говорим уже несколько раз за сегодняшний день, это отношения людей. И отношения людей, которые имеют власть и возможности. Я не считаю, что они делают все, что могут. И это отношения обычных людей, которые в этом городе живут. Потому что, знаете, обрушенный речной вокзал – это не только просчет или вот недосмотрели региональные или городские власти. А мы что, не жили в этом городе? Мы не знали, что происходит с этим местом. Мы как-то что, пикетировали здания или писали письма? Или... Да нет. Спокойно себя вели горожане, надеясь, что, ну, наверное, когда-то это случится. Вот если бы мы так же вели себя в этом месте, мы бы сейчас сами не сидели в этом саду, и он бы не был такой. А три имени, которые лично неразрывно для вас связаны с Тверью? Наверное, Салтыков-Щедрин все равно, поскольку для такого представителя русской классики, который виртуозно видел характеры и умел об этом сказать и написать, человек, который в этом городе, да, жил, находился и работал, это Лемешев, который хоть здесь, в самом городе, и не родился, но тем не менее он у нас земляк. И я считаю, что, конечно, люди, которым Бог дает такие голоса, и голоса, и возможность петь на русском языке, собственно, те песни, которые составляют какую-то славу бесконечную совершенно для мировой культуры. И знаете, есть такой композитор Сидельников,
Наш Тверской, и удивительно, он относится к категории тех людей, которые писали очень значимую музыку. Музыку, которую играют классики, музыку, на которую сняты потрясающие фильмы советского времени. И Тверь, она какая? Опишите в трех словах. Она душевная, она теплая, она русская. Спасибо большое, Юрий Петрович. Спасибо большое за интервью, за такую насыщенную, интересную беседу. Вам спасибо большое. Очень рада. Спасибо.